А какая дивная штука этот кризис. Вопрос. Откуда у нас этот кризис нарисовался? Я что-то так и не въехал. То бишь, ребят, кризис нарисовался, наверное, в ваших мозгах. Ну, понятное дело, что доллар отпустили. Но так это нужно было делать. И что мы сейчас видим? И мы сейчас видим везде и всюду баннеры и логотипы пустые. Потому что они пустые. Потому что все экономят на рекламе. Ну, ребята, реклама — двигатель торговли, если честно. Теперь возникает дивная процедура кризиса во всем остальном мире. Типа, был ли он вообще то? И вот тут возникает тема интересная. Работаем ли мы головой? Если бы мы работали головой, то мы бы жили так, как живет весь мир. Представляете, да? Ну, то есть я-то был везде, честно вам объясняю. И было и в Америке в том числе, и в Германии, и в Великобритании, и в Японии я был, и в Китае я был, и в Турции я был, и в Индии я был, и в Египте я был. То есть так нормально человек поездил, если честно, да? И во всем этом мире я видел нормально работающий малый бизнес. А у нас что получается? А у нас вот я такой крутой, такой навороченный. Я себе так на откидушечку кое-что собрал, да? А потом куда мы будем сдавать? Мы будем сдавать сетевикам. И вот так часто получается, что рядышком где-то Магнит, а рядышком где-то Пятерочка. А еще. Так, ребятки, вот теперь спокойнее и правильнее. И спокойнее, и правильнее. Я объясняю ситуацию. Все, и чем занимается мир, вы можете делать и в Магнитогорске в том числе, да в любом городе. Маленький нюанс возникает, да? Вот это дивная аренда. Оптимальный вариант, если бы вы купили себе что-то, да? Или построили. Построить себе сейчас можно. И зарабатывать денежные средства. И вот тогда, если вы все-таки построились, чем вам не проще обратиться к телевидению? И телевидение вам это дело все это конкретно объяснит. Нормальное телевидение. Не то бредятина, которая у нас вот по всем телевизионным каналам. У нас 11 штук в городе Магнитогорске, да? Вот. И только один нормальный человек вам это дело все объясняет. Все остальные так пытаются что-то там сказать, что «Ой, придите к нам, у нас все такая красивая, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой». Да, ребят, ну нет такого. Нету такого. Потому что вот, опять же, мне говорят, вот у нас убили эти сетевики. Говорю, как они вас убили? Ну, как они вас убили? Но они предлагают, что они предлагают, опять же? Они предлагают какую-то часть там товара, допустим. Может быть, крутой, может, телевизор, может, еще что-то. Вот. Ну, и ценники там тоже, там, извини, подвиньтесь, не маленькие, естественно. Вы же то же самое можете делать, если вы не платите аренду. Потому что все сетевики, они попадают на аренду, они не попадают на заработную плату людей. Представляете, да? Вот, грубо говоря, в одном сетевом магазине там 20 человек сидят, ходят, мозги канифолят друг другу. То же самое смотрел в Нью-Йорке. Нью-Йорк не маленький такой город с ценами такими веселенькими, да? Вот. Так спокойно люди покупают это дело и не в сетевиках. Ну, а если, чтобы вам было понятно, да, есть такой фильмец такой, да, «Трудный орешек», часть, по-моему, третья часть, да, посмотрите внимательно. То есть люди там живут, люди спокойно занимаются тем, чем нужно. И даже невзирая на то, что какие в Америке сетевики, да, ох, вот там крутые сетевики. Ребят, сетевик — это бред, честно вам скажу. То есть, как правило, там и проблемы с гарантией, и все остальное. Я посмотрел просто внимательно. Везде и всюду люди работают. Также и продают компьютеры, все что угодно. Мало того, есть замечательный вариант. Ну, допустим, взять немножко БУ, сделать это и продать. Уж поверьте мне, сейчас техника хороша и работает очень долго. И все остальное в том числе. Ребятки, голову включайте, пожалуйста. И ни о каком кризисе разговора быть не может. Потому что кризис типа хорош, но в кризисе пункт номер один. Цены у нас почему-то никуда не растут. Странно, говорят, инфляция, что-то не въезжаю. Во что? И какая инфляция? Как мясо было дешевое, так оно у нас в Магнитогорске осталось. Бензин даже подешевел. Квартиры, они не дорожают. То есть нормально. Год прожили, все нормально. Ну, ценники в долларах поднялись. Ну, надо же понимать, что если ценники в долларах поднялись, мы же тоже предприятие и
контора, и в смысле страна, которая сейчас ориентируется и на экспорт в том числе. Так что, ребятки, ну, доллар прыгнул. Какой может быть кризис? Одумайтесь, господа, одумайтесь. Делайте свой бизнес, организуйте, приглашайте нормальное телевидение, ну, меня в том числе.